speak slowly. Прием очень кучный, вперед выходит Бальдебре. Тут же рядом идет Дафни, Добьек и Даурия. Готов замыкать скачку. Впереди по-прежнему идет скачку Дафни, Добьек. Дафни, Добьек на второй позиции Даурия. На третьей позиции Бальдебре. И замыкает скачку Гапку. Впереди уверенно идет скачку Дафни, Добьек. На второй позиции три корпуса сзади идет Даурия. На третьей позиции Бальдебрейк. И Гаку подтягивается к Бальдебрейк. Впереди уверенно идет скачку Дафни Добьев. Два корпуса встает от нее Даурия. На третьей позиции Гаку. И замыкает скачку Бальдебрейк. Впереди уверенно идет скачку Дафни Добьев. Даурия на второй позиции. Гаку на третьей и замыкает скачку Бальдебрейк. Дафни Добьев. Продолжает уверенно вести скачку под седлом неудавшего Руслана. На второй позиции идет Даурия. Даурия подтягивается. Дафни Добьев. Гаку также делает бросок. Даурия приближается к Дафни Добьев. Захватывает и выходит на первую позицию. Даурия впереди. На второй позиции Дафни Добьев. Гаку подтягивается. Дафни Добьев. Гаку захватывает и выходит на вторую позицию. Так, раз 500 метров остается до финиша. Даурия впереди. На финишную прямую, Даурия впереди. Тут же Гаку полем пытается достать. Даурию идет в борьбе. Тут же Дафни Добьев на третьей позиции. Бальдебрейк на четвертой позиции. Даурия уверенно ведет скачку. Пытается достать ее Гаку. 200 метров остается до финиша. Даурия уверенно ведет скачку. И похоже, никто ей не угрожает. Даурия приближается к финишу. О, Приспик Словы выигрывает. Даурия. И Бальдебрейк замыкает скачки. Приспик Слоуи. Первая к финишному столбу подошла под четвертым номером рыжая кобыла Даурия. Рождена во Франции, принадлежит конетерме Нурдаулет. Отшили у статика и Queen of Silence. Жокей-тренер Исаков Геннадий. Даурия преодолела дистанцию 1800 метров за 1 минуту 51 секунду ровно. Даурия проходит перед трибунами, победительница казахстанских 1000 геней. Теперь выигрывает приз Пиксловой группу 3 на дистанцию 1800 метров. Даурия легко выиграла скачку с преимуществом порядка 5 корпусов. Перед трибунами проходит победительница, заключительная на сегодня скачки приз Пиксловой. Даурия, поприветствуем победителя. Награждение проводит судья, организатор, а также волонтер Алматинского ипподрома Надир Хасанов и Асет Ташибаев. Вот она память Даурия. Поздравим еще раз всю команду. Конетерму Нурдаулет, Исакова Геннадия и также всех, кто работал с этой кобылой. Второй к финишному столу подошла под третьим номером Гаку. Вороная кобыла преодолела дистанцию 1800 метров за 1 минуту 52,5 секунды. И третьей была Дафни Добьев, преодолевшая дистанцию 1800 метров за 1 минуту 54,8 секунды. Еще раз поздравляем жокея Исакова Геннадия и владельцев конетерму Нурдаулет. Классные победы, приветствую!